Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Хотел обсудить такую тему, как вот, давайте посмотрим флор на анкомоновские кроссовки. Я думаю, у многих руки чешутся их прикупить. Смотрите, флор упал, а на комоновские держимся в районе 3. Опять же, это джоггеры, если брать, да? Давайте просто вот так сделаем. Смотрите, 2,88. Так, и анкомон. 8,4. Ну, соответственно, это раннеры, это понятно, да? Не каждый хочет их брать. Но джоггеры, смотрите, в районе 10 держатся. То есть мои мысли по этому поводу такие, что сейчас жгут серые кроссовки, их на рынке становится меньше, и, соответственно, они держат планку в районе 3 сол. Конечно, еще курс GST влияет и так далее, но раньше разница была намного больше между анкомоновскими и комоновскими кроссовками. Смотрите, сейчас вот, чтобы купить, допустим, 5 серых и их жечь, это не будет так выгодно, как просто купить зеленый. И обратите внимание, смотрите, раньше минт, нулевой минт, кроссовки были дороже. А это вот получается 0 минт, левел 0. То есть это кто-то жег и сразу же выставляет на продажу. И причем вот давайте первый посмотрим. Смотрите, вот его статы. Вот. И вот такой вот. Не знаю, мне кажется... Да, розетки, может, там хотелось бы по одной на каждый, значит, пункт, розетку. Ну, смотрите, статы 15, 15, 14, 17. Здесь уже не очень этот показатель. Здесь тоже средний. Слабенький. Ну, допустим, вот какой смысл брать такой, да, вот, лак 11, даже если бы на него была розетка. Там лак 15. То есть, на самом деле, очень много. Вот, допустим, смотрите, минт 0, левел 0. То есть, это абсолютно свежий кроссовок, который, вот, я думаю, сожгли, кто-то получил и их выкинул на рынок, понимаете? Такое коротенькое видео. Мои мысли по этому поводу. Но... Еще раз сейчас хочу повториться, это не повод для тех, у кого там 1-2 кроссовка зеленых, сейчас скидывать, расстраиваться, что флор рухнет вообще там в нулину. Да, возможно, он еще немножко просядет. Допустим, вчера был 9,8, самый дешевый джоггер я смотрел. Но дальше, и плюс сейчас уже там они обещают, что те, кто сожгут кроссовки и получат эпики, тот получит кроссовок в, значит, в третьем мире. На какой сети еще он будет, мы не знаем, но уже вроде как кроссовок они обещают, да, кто эпики получит. Ну, получить эпик сожженных 5 кроссовок, там, по-моему, 3% вероятности. Вот. Ну и также, я думаю, будут жечь эти зеленые. Сейчас флор просядет еще немножко, возможно, и будут жечь эти зеленые анкомоновские. Соответственно, дадут какую-то плюшку, скажут, вот сожгете анкомон, допустим. Какие там дальше легендарные или какие идут? А, эпик. Допустим, сожгете анкомоновские и получите эпики. Я до этого оговорился, сказал эпики. Кто комоновский сжигает, получает вот эти рейр, тот получит кроссовок в третьем мире. И, допустим, потом они плюшку сделают, кто сожгет анкомоновский, и у кого выпадет эпики, тот, допустим, тоже получит какие-то там кроссовки дополнительные или еще что-то. И, соответственно, начнут сжигать эти зеленые кроссовки. На рынке их станет меньше, и цена вот тоже устаканится. Но на данный момент покупать чисто серые кроссовки, чтобы сжечь и... Получить зеленый смысла вообще нету, потому что 5 серых это 15 салан, а причем можно вот за 10,5 салан взять с прекрасными показателями. Кто что думает по этому поводу, ребят, пишите в комментариях, очень интересно будет услышать ваше мнение. Вот.
Также ссылка на наш телеграм-канал и на наш чат в телеграм-канале тоже в описании. Залетайте, обсуждайте, интересные диалоги будем поддерживать, разговаривать. У кого какие есть вопросы. Всем спасибо, всем пока, ставьте лайки.